Друзья, хочу рассказать об интересном канале под названием «Диалоги о Махачке». На этом канале два обычных парня проводят различные спортивные эксперименты, показывают всякие тренировки и даже участвуют в настоящих боях с профессиональными спортсменами. В общем, ребята делают интересные видео в формате реалити-шоу. Ссылка в описании, заходите и подписывайтесь. Всем привет, друзья! Это Андрюха, это Данил, новый персонаж в нашем влоге. И сегодня мы будем делать такой челлендж «Повтори, либо 30 отжиманий сделай». То есть, это значит, что я делаю какой-то элемент, либо какие-то упражнения на максимум. Если они по очереди не могут повторить это упражнение, которое я сделал, то они делают по 30 отжиманий. И так по очереди. Потом Андрюха делает, мы повторяем, и он потом делает, мы повторяем. И если мы доходим до 120 отжиманий, то есть 4 раза не выполняем какое-то наше задание, то мы проигрываем. Ну что, начинаем? Погнали. Итак, я начинаю первый, они потом повторяют это подтягивание на одной руке. Теперь они должны повторить за мной. Если не получается, тридцаточка. С выпрямленной руки абсолютно. Ага, вот. Не, не получается. Давай тридцаточку бомби. Так, теперь Андрюха повторяет. Не получается, тоже тридцаточку. На левую? Давай левой. А, нет, 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 не дошел. Надо до подбородка. Давай, погнал. Ну что, следующий Андрюха, что будешь делать? Ну, топорик. Топорик. Они его точно не сделают. Давай. Я это даже делать не хочу. Блин, так башку разломать можно. Это типа раскачаться надо и спрыгнуть? Ну да. Черт, я даже висеть так боюсь. Я не сделаю. Не сделаешь? Нет. Я, короче, су, возможно, я не сделаю. Не, в жопу идите нахер. Я даже боюсь повиснуть. Делаем по тридцатке вместе. И ты тоже сразу же. Короче, это что у нас получается? У меня одно очко, один минус, у Андрюхи один минус, у тебя два минуса, да, получается, пока что? Пока да. Ладно, продолжаем. Ну что, следующий Данил, что будешь делать? Переворот назад. Давай, погнали. Я такого в жизни не делал. Он знает мои слабости, походу. А, не, фигня. Получилось. Следующее, я мучу отжимания на одной руке, на максимум. Если они не повторяют, по тридцатке. Пятнадцать. Давайте вы теперь. Походу нет. Четыре, да? Давай, тридцатка тогда. Ладно, потом, сейчас Андрюха, если не сделает, давай, Андрюх, ты. Андрюха легкий, он, по идее, должен сделать. Ух, красавчик вообще, огонь. Давай тридцаточку. А у тебя минус один, да, получается, пока что? Да. Сейчас я сделаю, попытаюсь сделать, точнее, идеальный выход на две. Ух ты, молодец. Нормально было? Не идеально? Давай еще раз попробуй. Вторая попытка. Давай, три попытки. Не-а, ноги подбросил. Еще последняя попытка. Не, подбрасываешь. Ладно. Вылетел, считай. Давай тридцаточку сразу же бацай.
coming, I'm taking the crown. I've been doing the crime like it's a brand. No, doing 2K on the tape in the day. They've been told up his Angie got mad flow. Ну что, для Данила закончилась эта игра, тебе понравилось? Интересно было? Интересная штука. Мы продолжаем с Андрюхой, посмотрим, кто выиграет. Поставьте лайк Данилу, он старался, молодец все-таки. А мы продолжаем, погнали. Я сразу же говорю, не умею чистые выходы делать. Я попробую, но это ничего не значит. Вдруг у меня силы появились. Еще разочек. Сделал, да? Сделал. Да? Чистый был? Так, сейчас моя коронка. Это двойной уголок, как мы уже делали. Я уверен, Андрюха не провисит. Для этого нам понадобится секундомер. Друзья, что за уголок? Уголок у нас 90 градусов в руках висим, 90 градусов в ногах. Если у вас ноги уже опускаются вниз, то время останавливается и все. Кто больше провисит, тот и выиграл. Давай, раз, два, три. Зря я ел перед этим. Сколько? 48 секунд получилось, я побил свой прежний рекорд, было 47. Сейчас посмотрим, Андрюха выиграет или нет. Раз, два, три. Не, не провисит больше. Красава. Буду считать. Давай тогда тридцаточку пили. Сейчас я сделаю офицерский. Надеюсь, Артур не сможет. Ну что, погнали. О, жопа жирная. Зря надеялся. Максимум чистых отжиманий на брусьях, значит, 90 градусов. Не должно быть выше. На полный выпрямляемся. Поехали. Oh, all of my friends have been telling me, bro, it's time that you blow. I know, that's why I do show after show and stack all the dough on the low. I got A&R's being fake with me. Thinking about... 32. Вверху фиксирую больше. Во, вот так надо, да. Тридцаточка от пола, брат. А сейчас я попытаюсь провисеть на одной руке как можно больше и посмотрим, сможет ли Артур это сделать. Говори. Раз, два, три. 6 минут. Ой, секунд. 6 минут. Ну что же, последний кружочек для Андрюхи. Это будут подъемы ног к перекладине. Упражнение на пресс на максимум. На полную разгибаем, на полную поднимаем. Делаем без раскачки. Пятнадцать.
выиграл. Тридцаточка, отжимание, пожалуйста. Итак, друзья, мы сняли этот вызов, очень круто получилось, ребята старались, молодцы, я выиграл, ну, блин, я и занимаюсь больше, они красавчики, все равно респект им, поставьте им лайки, спасибо вам, ребята, давай пятюню, красавчики вообще, вообще молодцы, ребята, и учитывая, что им сколько тебе лет? 15-14 лет, вообще молодцы, поставьте лайк, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске, пока!